Это наш инструктор. Вообще этот тип пейзажа называется по-английски Alpine Desert. Надо выяснить, как это по-русски называется. Интересно. Вот эти вот камни все, вот эти, это камни, они нападали во время извержения. То есть это все вулканические какие-то породы. Ну, высота сейчас 4200, наверное, 4300. Вот уже ничего не растет практически. Вот там идут. И мы сейчас туда пойдем.